Я сошел с ума. О-о-о! Дэн, вставай, что с тобой? Надо же. Куртка кожаная. Куртка кожаная. Здорово, это Джим и смешные моменты со стрима, часть вторая. Люди, которые принимают участие со всей планеты. При просмотре стрима они клипуют самые смешные моменты, потом мы отбираем самое-самое сочное оттуда и показываем это вам. Перед просмотром обязательно поставь большой палец вверх, подпишись на бота ВКонтакте и на Телеграм. Эти две вещи будут оповещать тебя о стримах, о роликах, о всем, чтобы ты ничего не пропустил никогда. Приятного просмотра. Давайте Макса затроллим. Макс, подумай, что он один. Давайте в него прям пойдем. Пошли вниз, давайте вниз. Нет, давайте убежим вниз, куда-нибудь вниз, лучше. Вниз, вот сюда, в угол. Сюда, да, давайте вниз куда-нибудь. Вот сюда. Вот. В угол, вот сюда. Вот, все, а Макс один. Молчим. Молчим. Заглуши чучело. Заглуши. Ушли, блядь. Давили меня одного, блядь. Да он знает все. Макс, ты че? Мы тебя затроллили! Не, Макс, мы в углу стояли! Блядь, но вы перешли на другую карту. Не, мы в углу стоим и троллим тебя. Пиздец, у нас тролляки, конечно, жестко. А, не подходи сюда, тут опасно. Ладно, ладно, не буду. Я тебя там разводил. О-о-о-о! Дэн, вставай, что с тобой? Я здесь. Я ее защитник! Я ее защитник! Я ее защитник! Ваня, защитник! О, Дэн очухался! Какой ты пизду защитник? Я телохранитель Гордона был. Этот сплав получают в доменных печах. Чугун, 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 чугун. Заебись. Жми, чугун. Ты, по-моему, перепутал. Чугун, чугун! Чуген, блядь. Все, скачали обнову. Там люди такие представляются, находятся такой чуген и уходят домой. Да, блядь, я застрял, Серега, отойди. Бля, Серега, у меня волына. Я держу лайфик, он не уйдет от меня. Артём, я убил его. Не, не, Гордон, не надо, Гордон. Гордон, не надо. Подожди, гори! Гори! Да блядь! У меня парашют, я открыл его! Сука! Один мертв, все. О, Артём, привет! Привет! Меня убивают! Блядь! Приветствую! Стоять, воришка! Возможно, я. Так, что у тебя есть на продажу? Охотишься? Неважно. Так. Пожалуй, лучше не знать. Я просто захожу, беру и ухожу, ребята. Мне похуй. Да что ты орешь там? Дай мне напиться. Так. Какая драка? Я пью кровь. Да что ты орешь там, блядь, палишь только меня? О, была удовлетворена, пока. Еще надо. Да иди нахуй. Ща им пизды дам. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ща. Надо ему просто шокотерапию. Шел нахуй отсюда. Это ты? Привет. Привет. Здравствуйте. Почему ты смеешься? Я сошел с ума. Я схожу с ума, схожу. Ой, голова закружилась смеяться. Сейчас, секунду. Старость это, старость. Да, да. Да уж. Тихо, 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 тихо. Че вот так еще? Ты понял? Ты понял? Да, жестко вообще. Ой. Он сидел тут. Да, да, да. Ой. Может, еще кто-нибудь придет? Надо ему тут было дальше стоять. Ой, ладно.
здорово. Ой, не туда попал, блядь. Я шериф, но я угадал, нахуй, нихуя себе. А, Митруха, кстати, трупа ест. Митруха, ешь, пока не поздно. Артём, я залутаю все. Банка спермы от тебя осталась, Артём. Ты вернулся в изначальный вид. Я попью. В коммуникации кто-то собака ждал. Дэн, отойди, сейчас собьёт. Не надо вызывать, я чищу. Дэн уже едет. Дэн, уйди! Дэн, уйди! Блять, боже, Дэн. Дэн, жадность на квест. О, ударная граната надо? Отталкивает. Спасибо. Блять, Артём, иди в очко, блять! Надо окно какое-то. Вот горит, да. Сука, идет. А, вон туда, наверное. Блять, она ждет. Нет, она идет к тебе, блять. А, да, пошла. Сейчас застрянет, и я ее обойду. Нет, не застрянет. Ой, блять! Че? Вот она. Так, все нормально, я ее обойду. Да не, не, куда? Да не, пошли нахуй. А любишь рыбий пузырь с зажигалкой пожаренный? Нас пацаны в детстве, говорят, так делали, но я не люблю. Я люблю голубиный перья поджигал зажигалкой, хрустелами. А это... Ферма кусал их? Способна ослепить пчеломатку. Ну, вот валяется на асфальте перышко голубина, берешь его, поджигаешь птичками и жуешь. Реально? Да, мы ели в детстве, очень вкусно. Еще лучше рыбы пузырь попробовал. Нет, да, а вот перышки голубины. Пузырь получше звучит. Не понял, вы ели перышки голубины? Да, вот которые валялись на земле. Ебать, там банда свиней в углу возле воды, смотрите, один микросвин там всем что-то рассказывает, стоит в углу. Мятежники. Мятежники, да, в углу, ребят. Ленин, блядь. Свинин, блядь. Да-да, вон он, вещает всем. Это тебе, моя плацента. Давай, плацента. Я родила в горах. Я родила в горах. Это наш сын. Я ее застрелю. Ой, блядь, я в плаценту стрелял. Я стрелял в плаценту. Убил. Спасибо, Ань. Это наш сын, его зовут Оливей. Клади у дороги, клади у дороги. Клади у дороги. Может, дать курицам, поклюют? Все, пошел рыбу ловить. Так, вот, по-моему, романтично. Ща, предметы. Так, во. Удочка. Давай, рыба! Вылазь, сука, оттуда! Блять, весь запас сил потратил. На, нахуй! Ловись! Что-то не так, да, работает как-то? Пацана к собачке его унесу и похороню. Между нами не было ничего, но пришлось. Рифмы нету, похую. Гамаз в раю. Бля, негативная песня. Ты такой, ладно, все, смотрите, что вы теряете. Молодое, красивое тело. So good. Я пошел к себе в комнату, сучки. Обсуждаю теперь мой хуй. Да-да-да. Дэн, смотри, что ты теряешь. Похож на дудку вот эту. Так, они нюхают все, вонючие запахи какие-то. Похож. Кто-кто? Хуй на дудку. Опа! А, Дэн, присаживайся. Поедим. Что такое, Дэн? Вот это ракета, он говорит. Он говорит, самолет просто. Самолеты летят с ракетами. Ебать, говорит, змея у него, червяк у него, ебать. Чё? Курник, говорит. Чё-то курник? Курник. Где? Я курицу спиздила. Тебя все слышат, Ань. А зачем ты спиздила курицу? Блядь, молчи нам! Так все услышали, Фуга тоже. Да. Художественный фильм спиздили. Да она не пробивалась, блядь, заебала. Я пошла на самообслуживание, там курица не пробивалась. Я думаю, похуй, положу в пакет, спалят и похуй. Не спалили, я ушла. Надо же... куртка кожаная. Да, куртка кожаная вся. Да, ну надо чуть-чуть мне подпиздить разок в жизни. Ну так лень было стоять просто в очереди в пизду, блядь. Не обеднею. Опа, опа. Ну что такое? Это следователь заметил вот это такое обычка? Аааа, блядь, ты чё, ебанутая?
А что ты тут делаешь? А я нашла подзорную трубу! Ты чё меня пугаешь? Бля, ещё в шаг нахуй. Ща бы откис. Так. Нормально. Просто случайно не пошел. Это мы перепрыгнем. Тоже перепрыгнем. И это перепрыгнем. Так. Блядь. Мне, сука, мне в жизни хуёво стало. Чё это такое? Что вы здесь происходит? Пам-пам. Вот и будем кататься. Как ты хитрая жопа, блядь. Спасибо за просмотр. Обязательно ставь лайк и расскажи об этом видео своим корешам. Спасибо большущее ребятам, которые клипуют такие замечательные моменты на наших стримах. До встречи.